У тебя что-то как? Зайка. Ну что? Так себе. Ну. А что, мать, так себе, мать? Ну что, в бой отправляют 20 человек. И тебя тоже. Ну? Мой сын-то только первый не лезет никуда. Ладно? Там толку нету. Первый, второй. Ну, туда поедем, туда и поедем на смерть. Там стоит батальон, когда... и нас 20 человек. Когда отправляется? Ну, хотели сегодня. Вчера хотели. Сегодня не хотели. Да, мы уже все смирились, что если мы туда поедем, то мы оттуда не выйдем. Почему? Мама, 1000 человек или 30 тысяч, или 30 человек. Да, им просто нету смысла нас оттуда вывозить. Подполковником наш. Почему? Ну, потому что все стоит. Что они тут делали, как они это делали. Куда они стреляли, что они... Всех давным-давно продали уже. То, что... Вас, что ли? И дорогу продали, все продали. Я уж просто думаю собраться и уйти, что ли, отсюда. Просто тупо уйти. По лесу. И что, и потом сама приедут и будете таскать нахуй. Пойди, не найдут.